Окей, сейчас будет туториал по телу. Сначала делаем трапеции, одна перевернутая, а другая то обычная, но немного поменьше. Теперь рисуем посередине небольшую шею. Вот такую. Теперь отмечаем, где у нас будут находиться плечи. И это вот эти вот места. Теперь отмечаем место там, где у нас будет находиться грудь. Да, я рисую просто женское тело. И делаем здесь вот так вот с двух сторон. Теперь немного прорисовываем бедра. Вот так. Отмечаем места там, где у нас будут находиться ляжки. Я пока что стру все лишнее, чтобы вам было понятней. Вот, я пока что все постирала. Теперь делаем пупок. Он делается как-то вот так. Теперь дорабатываем некоторые детали. Можно по желанию добавить пресс. Ну, я добавила где-то такого. Я немного выровняла плечи и стерла кружочки для плечей. Теперь нужно везде сделать тени, и у нас готово тело. Я дорисовала тени, и тело готово.